Всем здравствуйте! Сегодня я в фикс-прайсе на проспект Ленинского комсомола, город Видное. Адрес на экране. Начну с отдела для кухни. Новинок очень много, давайте вместе разглядывать. И сразу новинка из опалого стекла. Вот такая посуда, она оказалась из Ирана приехала. Суповая тарелка, вот, которую я вам показала, 23 сантиметра. И есть плоские тарелочки, вот так выглядит. Такой же цветочек очень симпатичный, на мак похож. Диаметр плоской тарелки 26,5 сантиметров. Цена, давайте посмотрим, 149 плоская тарелка и суповая 174 рубля. Объем плоской, конечно же, не указан, а объем суповой тарелки 760 миллилитров. Вот так они смотрятся в паре, посмотрите. А эти блюда китайские, вот китчен. Размер их сейчас вам скажу. Два варианта цвета. В составе керамика блюдо 30,5 на 17,6 сантиметра. Цена не указана. Еще одна новая посуда. Цвет белый, поверхность глянцевая. И такая каемочка разноцветная. Такая серая, даже серовато-зеленоватая. И розовая каемочка. Два вида тарелок. Плоская и суповая. Цены на экране. Очень понравилось вот это сервировочное блюдо. Это тоже иранская посуда, сделана из стекла. Размер 16 на 20 сантиметров. Она вот в коробочке блюдо. И цена 174,50. Вот и до нас доехал этот наборчик. Очень было любопытно взглянуть на него. Знаете, оставил двоякое впечатление этот набор. С одной стороны, красиво, необычно. Но качество вот все-таки вот китайцы не дорабатывают. Ну, на мой взгляд, конечно. Глянцевое снаружи, немного блестит. Но есть недочеты. Надо внимательно разглядывать. Особенно на блюдце в данном случае. А так идея, конечно, интересная. В таком морском дизайне 349 рублей. В упаковке наборчик можно даже подарить кому-нибудь. 349. Друзья, делюсь с вами полезной финансовой привычкой, чтобы экономить до 30%. Просто покупайте все, что вам нужно по кредитной карте Тинькофф Платинум у партнеров банка. Так вы сможете тратить меньше на продукты, косметику, бытовую химию, одежду, книги, корм для животных и многое другое. Кредитный лимит до 1 миллиона рублей, а беспроцентный период составляет 55 дней. Пополнение бесплатное в любом банкомате. На любые покупки от 1000 рублей можно подключить рассрочку и платить до 12 месяцев без процентов. Оформляйте карту по ссылке, оставляю ее в описании под видео и получайте дополнительный бонус. Кэшбэк 3000 рублей за покупки от 7000 в первый месяц, плюс бесплатное обслуживание навсегда. Появились новые силиконовые кисточки. Они достаточно длинные, 26 сантиметров. Несколько цветов на выбор. Голубой, бежевый и оранжевый. 55 рублей. Из этой же серии венчики за 62 рубля. В таких же цветах ручки. И лопатки за 83. А это повторный завоз вот этих плоских лопаток кулинарных. Посмотрите. Теперь перебираемся с вами в товары для дачи. Вот барбарис Тунберга появился. Листочки меняют цвет. У него есть спирея японская, малина золотые купола, сирень огни Москвы, ненаглядная смородина красная зимостойкая, еще один вариант малины Атлант, далее это повтор ненаглядная смородина красная и золотые купола, уже с такими с проросточками, зелененькими листочками. Плодовый кустарник стоит 249 рублей. Еще одна новинка в отделе в этом. Термометр садовый. Симпатичный. Вот так термометр смотрится на окошке. Производитель Китай. И несколько дизайнов на выбор. Все с бабочками, но цветочки разные. Термометр стоит 116 рублей. Еще одна полезность для садоводов, огородников. Светильник для растений Эра. 10 ватт мощность. Белое свечение. Пригодится для дополнительной подсветки. Технические характеристики и описание перед вами. Можно остановить видео и прочитать подробности внимательно. Цена 349. Новинка. Ловушка клеевая для выявления и отлова белокрылки.
теплица нарисованная. Видите, две пластины, экологически безопасны, не токсично. Безопасный эффективный способ уменьшения численности белокрылки с момента ее появления в теплицах. Можно опять же остановить и прочитать описание. 69 рублей. И еще одна новинка классная. Набор камней, светящихся для сада. Можно вдоль дорожки выложить, будет красиво. В упаковке 20 камушков, разноцветные камушки. Сделаны они из полистирола и еще в составе люминесцентный порошок. 62 рубля. Друзья, если нравится обзор, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите на мой дзен-канал. Всех вас там жду, ставьте лайки и подписывайтесь. Еще одна новинка – декорация-кувшинка, которая работает на батарейках. Но батарейка в комплект входит. Посмотрите, несколько цветов вот на картинке нарисовано, и в наличии в этом фикс-прайсе тоже имеется. Цена 99. Много разных декораций садовых здесь. В прошлом обзоре я показывала в другом магазине, но вот домиков там не было. Здесь домики, ежики с грибочками, притом шляпки разные абсолютно. Ежики и с листиками, и с цветочками, вообще классные. Лягушата, это я как раз показывала, на лимешка их много, 249 рублей. И котики по 199. Здесь же выставлены семена, в каком-то обзоре я вам показывала уже полный ассортимент. И большое количество лилий. Восточный и азиатский гибрид. Одна луковица стоит 124 рубля, много цветов разных. В отделе с бытовой химией увидела новинку от Доместос 7 в 1. Эффективное очищение, убивает микробы. А вообще это средство дезинфицирующее, моющее средство. 500 мл, 149 рублей. Появился новый пятновыводитель от казанского производителя Parly, он же усилитель стирки. Нужно нанести его на предварительно смоченное пятно, потом потереть щеткой и постирать. Можно добавить при стирке, 79 рублей. От Synergetic много разных гелей для посуды. Есть и с розмарином, сочный лимон, апельсин, сочный арбуз. Цена за 500 мл, 116 рублей. Сначала подумала, что это сумка. Нет, это мочалка для пилинга. Посмотрите, 79 рублей, размер 20 на 45. Несколько цветов на выбор. Давайте пороемся в коробочке. Вот только что девочки оставили. Надо посмотреть, что будут выкладывать. Это колготки детские, яркие, симпатичные. Цена пока неизвестна. От Zooway. Нашла новые сумки. Очень напоминают стеганое пальто. Посмотрите, но сделано, кстати, очень аккуратно. Контрастная молния и пояс, и плащевка такая немного с отливом. Ты нашла голубой цвет, розовый, молния, еще такой жемчужный. Цены не было. Внутри там такой внутренний один кармашек и внешний, тоже с черной молнией. Цену не нашла. А шапочки-то какие, посмотрите, привезли. Форма интересная, да с какими-то блестючками в перемешку с жемчугами. Белый цвет такой, бежевый и серый. Конечно, надо мерить, кому-то даже пойдет, 249 рублей. Привезли детские шапочки вот с такими серебристыми украшениями. В составе 100% акрил, указан размер 52. Несколько цветов на выбор. Производитель Подмосковье, город Одинцово. Вот есть даже цвет фуксия. Цена 199. Завезли полотенца махровые, очень даже симпатичные. Они двухсторонние, целая стопочка рядом и несколько оттенков на выбор. Размер 50 на 80, 100% хлопок, цена 399. Производитель находится во Владимирской области. В отделе для красоты обнаружила щетку для умывания. Вот так она выглядит. Только в таком цвете, вот указано, как ей пользоваться. Можно пеночку на нее нанести и умываться, 99 рублей. И вот еще новиночка такая, набор для создания локонов. Напишите в комментариях, кто уже такой покупал, насколько это все работает. 4 предмета, бигуди, заколка краб и 2 резинки. Есть описание, каким образом пользоваться такими бигудями и создавать локоны и красивые прически. Действуют до 6 часов. Производитель Китай. Состав на экране. Цена не была указана. Друзья, обзор мой подошел к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем всего доброго, всего хорошего. До следующего видео.